Всем привет, мы в Пианобай. Меня зовут Вероника Лихнис, я здесь обозреваю укулеле. Недавно к нам приехал новый бренд Ortega, и сегодня мы собираемся посмотреть, как они звучат и оценить их качество. Итак, немного о производителе. Ortega – это немецкий бренд, который производит гитары акустические и электроакустические, укулеле, банджо, мандолины, а также гитарные аксессуары, вроде кейсов, чехлов и других вещей. Ortega располагает фабриками по производству инструментов в Испании и Китае. Причем все инструменты проходят двуступенчатый контроль качества. Сначала их проверяют на заводах, после везут в главный офис в Германии и проверяют там еще раз. Обязательную тщательную проверку проходят все инструменты без исключения и вне зависимости от ценового диапазона. Это обеспечивает отсутствие брака и хорошее качество инструментов. Сегодня в нашем обзоре три модели от Ortega. Первая – это сопранино K1 KK, вторая – укулеле синего цвета из серии Earth Ru Ocean, ну и третья – укулеле очень необычной формы Rupa 5. Начнем с самой маленькой – Ortega K1 KK. Это миниатюрное укулеле размера сопранино. Кстати, у нее говорящее название. Кейки в переводе с гавайского означает «малыш». Рабочая часть струны, мензуры, у нее всего 28,5 см. Кстати, у сопрано для сравнения 33. В этой серии есть 8 ярких цветов. Лазерная гравировка в виде черепашки определенно делает ее очаровательной. Корпус инструмента целиком изготовлен из дерева акуме. Покрытие корпуса матовое. Гриф сделан также из акуме, а накладка и бридж из ореха. Он обеспечивает стабильный строй и за счет своей конструкции позволяет легко менять струны. Колки инструмента открытого типа. На укулеле установлены струны, которые Ortega разработала совместно с итальянской компанией Aquila. Ну а стоимость такой штучки около $50. Вы знаете, нам очень часто задают вопрос, что купить из укулеле для маленького ребенка. И теперь у нас есть ответ. Это укулеле миниатюрное, идеально подойдет для маленьких детских ручек. А вот взрослому, напротив, не совсем будет удобно приловчиться к игре на этом инструменте. Что ж, вы сами все слышали. За счет маленького корпуса звук получается довольно глухой. Очень глухой. Тем не менее, укулеле не игрушечное, это полноценный музыкальный инструмент. Просто особенный и маленький. Перейдем дальше. Сейчас у меня в руках укулеле Ortega концертного размера из линейки Earth. Что значит земля? Концепция линейки отражается в названиях инструментов Fire, Sun и Ocean. У меня в руках синего цвета модель, называется Ru Ocean. В общем, в названиях все, что связано со стихиями и природой. По контуру присутствует окантовка из пластика, которая может защитить от незначительных повреждений. Гриф сделан из махагони и имеет накладку из ореха. Бридж укулеле также сделан из ореха. Колки инструмента литые, хромовые. Струны тоже хорошие, разработанные совместно с Aquila. Стоимость инструмента около $75. Тут, кстати, хочется обратить внимание на крепеж для ремня. Во многих моделях она отсутствует, причем вне зависимости от бюджета, а вещь очень удобная и практичная. Ну, вы сами все слышали. Звучит она достойно и выглядит вполне приятно. Можно идти дальше. На очереди укулеле Ortega Rupa 5. Весьма прикольная округлая форма, называется ананасом. Ну, а лазерная гравировка в виде пальм делает ее еще более привлекательной. По характеристикам.
Верхняя дека сделана из ели, а нижняя – из сапели. Покрытие корпуса тоже матовое. По контуру присутствует окантовка из пластика в виде черепашьего панциря. Гриф сделан из махагони и имеет накладку из индийского дерева санакилин. В общем, интересный набор материалов. Струны тоже акила. Колки инструмента литые, хромовые. Итак, можно делать вывод. К нам приехали три серии классных укулеле от бренда, которому можно доверять. Они хорошо звучат и у них весьма классный дизайн. Но важно отметить один нюанс. К этим моделям в комплекте не идут чехлы, в сравнении, например, с Flight и Anya, где они всегда в комплекте. Если для вас это важно, то обратите внимание. На этом все. Надеюсь, что видео поможет вам определиться с выбором укулеле. Заходите в Pianobuy и тестируйте новые модели.